Что в ящике? Ничего. Честно? Честно? Что в ящике, дорогая? Ничего. Что там, покажи. Ничего. Извини. Нет, пап. Личные вещи. Да, извини. Не открывай. Извини. Папа, это мои вещи. Правда? Это же насилие. Да. Твоя мама адвокат. Подай в суд. Ты не имеешь права этого делать. Пап, я серьезно, перестань. Что это, Эмили? Или, лучше сказать, Кэмми Шварц. В классе у всех есть такие. Вот как, а я вижу, одной тебе не хватает. Папа, это просто украшение.